Здравствуйте, вы на моем канале, с вами Валентина. Так как у нас весна в этом году в средней полосе затяжная и даже не пахнет еще весной, стоят морозы до минус 17 и снега чуть ли не полный рост, нам до наших парников не долезть на дачах, поэтому в этом году я сею томаты очень даже поздно. Как я буду замачивать свои семена? Замачиваю я обычным способом проращивания. Вот, беру одну чайную ложку золы на стакан воды, делаю такой раствор, беру ватные вот такие диски, вот, и буду раскладывать на них семена. Зола очень хорошо повышает схожесть томатов, я думаю, что мои семена быстро прорастут. Главное, чтобы корешочки были где-то 2-3 миллиметра, не больше, и потом можно их сажать, конечно, в землю. Более длинные, конечно, корешки будут истощать силу наших семян этих и приведет к низкой как бы плодовитости томатов. Поэтому я и поеду к детям на несколько дней, но думаю, что за это время мои семена прорастут. В этом я буду сеять томаты, у меня их здесь вот больше 20 сортов всевозможных. Вот я перечисляла в своем видео, какие я буду сеять. Сначала я буду ранее. Я очень люблю агротехнику, фирму вот эту вот. Очень люблю. Вот белый налив ранний буду сеять. Ультраскороспелый. Томат Валентина. Это я все время беру под свое имя. Значит, перцевидный оранжевый, королевский, челнок мой любимый. И очень люблю фирму Семка. Вот я сеяла в прошлом году 50, и мне они очень-очень даже понравились. Челнок мой любимый, Санька, розовый банан, богатыри, несколько сортов, богата хата, клюква сахари, космонавт Волков, добрау розовый, это для тепличной, непацинкующие буду сеять. Вот их 3-4 у меня даже вида. Лимон, лиана. Буду сеять в этом году вот такие. Мне они в прошлом году понравились. И внукам очень даже нравятся такие. И буду сеять. Но эти замачивать в сады России не буду. Я прямо буду сеять в грунт. Здесь идем томаты. Пока я побыла у детей, погостила, смотрите, что у меня здесь творится с моими проращенными семенами. Спасать бегом надо. Открываю. Ой, здесь не только что 2-3 миллиметра. Смотрите, как они повылезли. Срочно надо. Правда, не во всех. Ну вот, видите, семена. Вот они. Вот за 5 дней, пока меня не было дома, конечно, если бы я была дома, я бы, конечно, не допустила до такого. Вот, вот, но это уже, конечно, я немножко припоздала. Вот. Сейчас посмотрим, что у нас творится с этими семенами. Ну, вот, как видите, вот они. Видите, семена хорошие, и поэтому и схожесть хорошая. Вот видите, ну эти еще как бы, вот они все семена. Срочно надо сажать. Вот они, семена. Семена хорошие, поэтому и вот видите, как надо теперь осторожненько, чтобы не повредить корешки, обязательно сейчас сажать в землю. Процесс посева, значит, томатов я показывать не буду. Это длинный процесс. Я буду сажать именно сразу же вот в такие стаканчики. Вот буду и, потому что их много томатов, буду и подложку делать вот такие вот улитки. Мне тоже нравится такой способ. Вот стаканчики я вот эти вот кромочки обрезаю, чтобы хорошенько ставить в ящики. Вот так, если я ставить с этими кромочками, будет расстояние вон какое большое и мало будет помещаться стаканчиков. А когда обрежешь их вот так вот, стаканчики, они будут плотно друг к другу и будет место в ящиках достаточно побольше. Вот, поэтому для сравнения вот так все поставить.
стаканчики. Оно видно, что вот оно, видите, расстояние здесь между стаканчиком и здесь. Это очень даже значительно видно. Так что приступим к работе. Кому понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте. Ну и до новых встреч, до моих всходов. Будет новое видео, а потом уже. Всем пока-пока.